Must have been a gooey Snickers. Oh, he got a gooey Snickers bar, dude. I was like, are you sure? Серебряный призер Олимпиады в Пекине. Он выступает в красном. Красном трико. Его соперник Арсен Наниев, мастер спорта, представляющий Республику Северная Осетия Алания, выступает в синем трико. На ковре Б в красном трико мастер спорта Хабиб Абдулаев, Дагестан. В синем трико Людвиг Алгоров, мастер спорта Москва, ЦСКА. Might be the rep that got hit yesterday. Dude, he's letting him go take them. Are you watching this? He's folding his hands like this and sitting on the guy. Watch if he doesn't launch it. One.
spices. That's a silver medalist, the real one, not the guy who looks like him. Lost for sure. На ковре С с явным преимуществом победил заслуженный мастер спорта.